Много сил, много времени, бесконечный труд, ни конца, ни края. И вдруг все закончилось. Практически каждый день, то есть за полгода, было там выходных 8. Нет ни одной детали лодки, которой мы не подошли бы, не отшкрябали, не восстановили. Много очень нового. Немецкая постройка, 39-й год, строили в Германии, тогда еще фашистской. В 42-м назвали капитан Прин, в честь известного фашистского подводника. После войны привезли в Россию, в Москву, на Клязьму. Ходила лодка в руках советских спортсменов. После того, как ее привезли, ее уже немножко починили. До 80-х годов она дожила, в общем, почти без ремонта. В 80-х ее уже чинили более капитально. 6 лет она стояла на берегу. После этого опять спустили, ходили. По-моему, в 15-м году она до нас была последний раз на воде. Я, поскольку не яхтсмен, не очень понимаю, чего ждать от этой лодки. Потому что это же не килевая яхта, это швербот. Как он, настойчивость, куда, паруса, чего. Хочется на Ладогу, хочется на Онегу, хочется в Выборгский залив. Ну, а там будет видно.